Всем привет, с вами Женя, и сегодня мы откроем шарик Лоу, золотая серия, и это мне уже наконец купили оригинал, но это не точно. Вот, и я его очень ждала, пока мне его бабушка привезет с Питера, и наконец мне его купили. Тут всем сюрпризов, как все это знают, 5 слоев, вроде бы, да. Или нет? Я немножко приболела, так что, если что, извините меня. Хочу его открывать, ему жалко. Но тут будет куколка блестящая, поэтому ладно, давайте начнем. Я тут уже вот немножечко, капельку совсем, начала отдирать. Убедитель по жизни. Ладно, откроем так. Ну, блин! Он все равно не открывается. О, подсказочка. Вот. Плевать. Так, где подсказка? Бомба и ракушка. Вот такая вот подсказочка. Так, давайте дальше. Может, это не оригинал? Это не точно. Так, да, золотой шарик. Наклеечка. Она у нас будет менять цвет. Так. Ну, тут у нас нарисованы разные бутылочки, значит, скорее всего, тут будет бутылочка. Вот такие. По-моему, это не оригинал. Ну да ладно. Как ты открываешься? Ладно, сейчас пойду открою. Так, вот. Ух ты, какая красивенькая. Вау, посмотрите. Прикольная бутылочка, мягенькая. Такая вот она блестящая. Так, тут у нас получается бело-золотой шарик. Что так мало слоев? А, нет, ну ладно. Так, следующая молния. Тут у нас сапожки. Вот такие вот сапожечки. По-моему, это не оригинал. Ну да ладно. И последний слой. А где одежда? А, точно. Вот такой вот у нас шарик. Бело-золотой. Тут уже другой пакетик. Ой, платьице прикольненькое. Смотрите. Вот такое вот красивенькое платьице. Сейчас скажу. Ладно. Оно тут в блестках. И откроем сам шарик. Какая же там
Куколка. Открывается сложно. Ух ты! Ой, что тут у нас? Это как это? Напишите в комментариях, как это вот заделать. Вот. Ладно. Уменьшенный вкладыш. Красивые куколки. Разные. Вот. Потом ручка и аксессуар вот такой вот. И сама куколка. Вау, она такая красивенькая. Вот такая вот куколка. Очень прикольненькая, прокрашенная, достаточно все хорошо. Волосы в блестках, как они сыпятся. Только цвет немножко отличается. Ручки двигаются, ножки двигаются и голова крутится. Так, сейчас ее одену. Я только что поняла, что вот это вот платье русалочки. Только что. Вот такая куколка у меня получилась, только вот я не поняла, как этот ободок ей одевать. Так, ты пить сможешь? Не, вроде ничем не пахнет. Вот. Такая вот куколка. Конечно, я уже поняла, что это подделка. Вот. Платье русалочки, сапожечки. Вот такие. Ну, тут было написано, что она меняет цвет, но, конечно, вряд ли, но давайте проверим. Кстати, хочу сказать, что тут на вкладыше хотя бы есть наклеечки, куда клеить наклейки, потому что у меня был лол, и там просто я не знала, куда их клеить. На кого же моя куколка похожа? По одежде, естественно, на русалочку. Вот это вот чудо. Так, тут пупсики. Даже не знаю. Ладно, я пойду набирать. Кстати, шарик у нас еще. Вот такой вот. Ладно, я пошла набирать водичку. Я набрала воды холодной. Сейчас посмотрим, что наша куколка делает. Не странно, по-моему, она ничего не делает. Какая гладкая осталась. Сейчас. Нет, наша куколка цвет не меняет. На этой поделке меняют в горячей воде, но это я уже попробую потом. Так, давайте хоть посмотрим, что она может делать. Ой. Посмотрим. Убрала я.
выходит, получается, из шеи, так как голова немножко больше тела. Видите? Она плюется и пускает пузырьки. Это сложно. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами была Женя. Всем пока!